Вы никогда не уедете из вашего города? Нет. А куда ехать? Кому мы нужны? Где мы нужны? Мы в этом городе учились, мы в этом городе работали. У нас здесь семьи, родственники. И куда мы поедем? Надеюсь, что война закончится. И будем все восстанавливать, будем дальше жить. А что делать? Ой, здесь мы и помрем. Это наша родина, мы отсюда никуда не собираемся уходить. Пусть те, кто к нам пришел нас убивать, здесь они уходят. А мы здесь как жили, так и будем жить. И она началась, эта война, там она и закончилась. Да. Они к нам пришли, как говорится, с копьем. Они от этого копья и... Это были очень тяжелые месяцы, да, последние? Очень. Невозможно было даже выйти на улицу. Когда хоронили родную бабушку, которую ее убили, они тоже стреляли со всех сторон. И никому ничего не надо. А сколько жителей поубивали здесь, сколько поумирали людей. А раненые? Женщина с убежища, да убежища.